Ученики Ивановской детской художественной школы ежегодно радуют своими успехами педагогов. Только в прошлом году региональные выставки принесли в копилку учебного заведения 11 наград разного достоинства. Конкурс для первоклашек – 3 человека на место, берут только самых талантливых ребят. Чтобы совершенствовать мастерство было комфортнее, в здании начали ремонт. В прошлом году обновили второй этаж и отремонтировали тепловой узел. Для занятий закупили мольберты, специальные столы и наглядные пособия. В планах на будущее – ремонт классов, коридора на первом этаже, где регулярно проходят выставки работ учащихся, и лестничного пролета. 2014 год – юбилейный для художественной школы. Ей исполнится 70 лет. И встретить праздник педагоги и ученики хотят в красивом здании. Финансирование отрасли культуры у нас увеличивается. И по сравнению с буквально с тем периодом, который был 3 года назад, финансирование увеличилось почти на 50 миллионов рублей. Поэтому это дает нам возможность сегодня думать о серьезном ремонте, который требует это образовательное учреждение.